Дальше говорит про Пророк, саляту вассаляму, «Атби сайят аль-хасаната тамхуха». И след за прегрешением совершай благодеяние, которое сотрет это прегрешение. Да, человек, как бы он ни усердствовал, ни старался, все равно он не безгрешен. Человек, он может оступиться. Но отличие верующего человека, боящегося Аллаха, что если он оступился, он сразу кается перед Аллахом, субхана ва та'аля. Но покаяние подразумевает что? Возвращение к Аллаху, совершая благие поступки. Эти благие поступки стирают дурные поступки. Совершил ты что-то, оступился, соверши сразу хасана. Соверши сразу благодеяние какое-то с надеждой, что Аллах сотрет вот тот твой проступок посредством этого хорошего деяния. Аллах Субхану Таль говорит об этом в Коране. «Вакими салата тарафейн нахар, вазурафа мин аль-лейль». «Совершай намаз в двух концах дня и в близкие часы ночи». И дальше сказано «Инна аль-хасанати юзхибна сайиат». Поистине благие поступки, они удаляют скверные. Покаяние, оно подразумевает, что ты еще должен вслед за грехом сделать таа, то есть богоугодный поступок, который сотрет, который искупит свое прегрешение. «Атби сайиат аль-хасанати тамхуха». Это второе. كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Книга о различении между угодниками всемилостивого Аллаха и угодниками шайтана.